Значит, сайт, по нашему убеждению, мы в этом убедились уже, мы сайты очень давно разрабатываем, уже там, не знаю, с 4-го года точно, то есть уже 10-11 лет. Да, сайт – это маркетинговый процесс. Да, это не продукт, как в этом пытаются нас большинство абсолютно веб-студии, компании убедить, выкладывая в портфолио сайты, продукты. Да, вот посмотрите, мы сделали сайт. Так и хочется спросить, и что? Что это дало компании, что это дало для развития бизнеса? Ну, выложили сайт, ну, адаптивный он, ну, красивые прототипы нарисовали в Акшуре, ну, там он стильный, современный, занял какой-нибудь рейтинг там, да, по дизайну, ну, и что? Где результаты? А результатов обычно нет. Так вот, сайт – это маркетинговый процесс, который одной ногой протекает в интернете, а второй ногой внутри компании. Да, это очень важный момент. То есть я вот люблю это сравнивать с тем же, да, фотосинтезом, когда есть листочек, который подпитывается деревом, этот листочек, да, поглощает СО2, выделяет кислород и отдает там обратно в дерево питательную глюкозу, допустим, да. Вот так должен работать сайт процессуально. То есть он постоянно должен быть связан с деревом, он постоянно должен обрабатывать какие-то негативные факторы, обрабатывать, условно говоря, позитив, да. То есть это очень похоже на фотосинтез, это не похоже на подарочную коробку, на машину, да, там, на... то есть это не продукт. Это протекающий процесс. Значит, сайт как продукт, вот сделанный по классическому сценарию, ну, обычно умирает за квартал примерно. То есть примерно за квартал, если сайт не является процессом, он перестает работать, он перестает, если изначально даже он был правильно сделан, правда, нужно тоже постараться, да, сейчас я расскажу об этом, обо всем. Вот это важно помнить. То есть важно относиться к сайту как к процессу. Очень многие компании тоже, не только агентства, да, и в студии, но и клиенты, они этого не понимают. Они думают, что это вот такой подарочек, который они сделали, и он там 5 лет кормит их, приносит им там что-то, да, вот такой вот чудо-сайт, вот он вот работает, из коробки его там достали, положили, завели его и вперед. Ничего вообще подобного, даже близкого в жизни не происходит.